городе Резекне живу давно. Здесь мне хорошо. Много зелени, река, озеро, парки, цветы создают уют. Однако фильм о родной деревне, она манит постоянно. Ее запахом дышу с детства. Дорога туда знакомая, натоптанная. Дорогу преодолеваю примерно за 1,5 часа. Ехать надо через северный район города. И вот автомобиль стал отсчитывать первые километры. Соседнем дворе, а может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина? Заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина? С окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука оконных колес,
клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. Чего начинается родина? Работайте аккуратнее, пожалуйста, аккуратнее работайте. Солнышко сейчас будет. Так, нос повыше, пожалуйста. Вот так. Ну, пойдет. Киса! Жуликов фотографируй. Ну? Ну, Фауст. Ну, смотри, Денис. Кокорока! Меня кусать. А потому что они летают. Ну, они не летают, я их не трогаю. Ну, они тебя тронут. Это вы тут... Ты, точнее, главный вредитель. Приехав в деревню, работаю, вспоминаю прошлое, любуюсь красотой природы. Здесь воскресают заново образы отца,
матери, бабушки. Здесь родился, рос, мужал. Отсюда меня вывели в люди. Как и раньше при родителях, сейчас в деревне работ также много. Мне помогают родные, близкие. О добрых временах тех напоминают сад, дом, могилы родных. Старый сад над задумчивой рекой, где так много лет назад вижу маму молодой. Заметает яблонь цвет, стужку тропочку в саду, а в тот сад дороги нет, что ж опять туда иду? Заметает яблонь цвет, стежку тропочку в саду, а в тот сад дороги нет, что ж опять туда иду? Я лечу туда во сне, я спешу в тот длинный сад. Может встретиться там мне самый добрый в мире взгляд, что как звездочка дает и мерцает в вышине, словно жечь мне сынок. Возвращайся по весне. Я сюда еще вернусь, Боже мой, любимый мою, низко в пояс поклонюсь и прости, прошу мою. Заметает яблонь цвет, стежку тропочку в саду, а в тот сад дороги нет, что же опять туда иду? Заметает яблонь цвет, стежку тропочку в саду, а в тот сад дороги нет, что ж опять туда иду?
Той высокой сосны,
малиновый сон. Малиновый сон на заре. Скажи, ну а что? Кто-нибудь, кого-нибудь. Уже? Да, заснял. Ну, что мне сказать вам? Ну, скажите, что я довольна и все хорошо. Я довольна, все прекрасно. Спасибо вам. Во, лицо. Да, ну давай, становись туда, к вишенке, значит, тебя надо брать. О, вижу, теперь вижу. Вот, что это дело. Да, ну, кувай, пастюки. Варен, плаша мана за. А красно идет, да. Ну тогда уже снимается. Все время снимается. Ну и погуляй куда-нибудь. Куда я тут могу погулять? Ну куда хочешь. Да. Во. Шалотна. Thank you.
возвращу. Может быть, слишком поздно, южный ветер ночной запах яблонь принес. Домик окнами в сад, и приснился мне просто в той стороне, стороне, где пошло все на снос. Домик окнами в сад, просто в той стороне, стороне, где пошло все на снос. Все на снос, дом и сад, и любовь, и печали, и калитка в саду, и оградка во мгле. Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что там душу ранили мне? Домик окнами в сад, неужели отзвучали эти звуки, что там душу ранили? Окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Домик окнами в сад, заметает упрямо золотой листопад. Домик окнами в сад, заметает упрямо золотой листопад, голубая Ух, это гость.
8 метров, 105 кромок, и чуть не сказал туда. Вот. Так? Вот так вот. Или так? Не, не так. Так? Вот туда надо сказать. Вот, вот так, там сильно, вот так, вот. Ой, сломаешь. Выпейте кофе утреннее. Надо вам сразу кушать. Доедим. Снимаешь уже, да? Да. Ну, всех снимаешь, Саша. Ну, естественно. Спокойно веди. Там стабилизатор есть, но все равно надо, чтобы было, это самое, рука не дрожала. Можно только 100 грамм выпивать, чтобы рука не дрожала. Понятно? Ну, что тут будет? Так. Хватит уже снимать, то ты скажешь, много съели. Родители наши прожили вместе 60 лет. Мама из жизни ушла последней. На 17 лет была моложе отца. Сухая, маленькая, легкая на ногу, она непрестанно заботилась по хозяйству. Везде успевала. Труду была приучена с детства. Воспитывал ее дедушка Никифор. Вместе со своим отцом пела в церковном хоре. Сохранилась фотография тех дней. Дедушка Петр крайний справа сидит. Мама в белом в последнем ряду стоит. Вышла замуж за отца по совету дедушки Никифора после его смерти. Откроет она тебе, поверь, что никто другой, только мама. И ночью тихонько дверь откроет она тебе, поверь, что никто другой, только мама. Если когда-нибудь разлюбит нас кто-нибудь, то слезы утрет, поймет только мама. И если когда-нибудь отправимся в дальний путь, то нас будет ждать одна только мама. И если когда-нибудь отправимся в дальний путь, то нас будет ждать одна только мама. Thank you.
деревни возвращаюсь домой с радостью на душе. Вспоминаю пережитое, думаю, отношение наше к прошлому, нашим добрым корням, показатель духовного здоровья. Христос сказал: «Чти отца и мать, и будешь долговечен на земле». Александр Сергеевич Пушкин выразил это по-своему. Два чувства дивно близки нам, в них обретает сердце пищу. Любовь к родному попелищу, любовь к отеческим гробам. На деле это означает продолжение вечной жизни из рода в род, и об этом нельзя забывать. Сама природа нам об этом напоминает. Красный лист винограда на балконе по-своему красив. Придет весна, станет зеленым. И так жизнь моя проходит и наяву, и в раздумье. Мысленно переношусь с места, где живые корни мои. И в деревне Пушкина Михайловском тоже бываю. Здесь душу свою подлечить и успокоить можно. Здесь лучшие святые места России. Далеко отсюда долгое время здесь жили мои предки. Лучшие места России. Святые места. Совсем близко жили в изгнании близкие моему сердцу люди. Мудрые, сильные духом, наши родные. Могилы этих людей находится на Дубровском кладбище.